Привет, друзья! Вы на канале «Узнай животных». В дикой природе росомаха и медоед, или еще его называют лысый барсук, считаются самыми дерзкими хищниками, оба которых относятся к семейству куньих. Но эти животные не пересекаются между собой, потому что обитают в разных регионах нашей планеты. Росомаха – северный зверь, а медоед предпочитает жить в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Росомаха имеет компактное и мощное телосложение, длина которого вместе с хвостом достигает 1 метра, а масса около 15-20 килограмм. Если смотреть на этого зверя со стороны, то росомаха напоминает маленького медведя или крупного барсука. Медоед тоже достигает 1 метра в длину вместе с хвостом, но в 2 раза легче и весит в среднем 8-10 килограмм. Росомаха часто поедает остатки добычи волков и медведей, ловит зайцев и различных грызунов. Иногда охотится на копытных – косулю, оленя, горного барана и даже иногда на молодого лося. Медоед очень любит мед. Но в общем это универсальный хищник с чрезвычайно разнообразным питанием. В его рацион входят различные виды животных, птицы, ядовитые змеи, мелкие крокодилы, насекомые, а иногда может червячка заморить ягодами и фруктами. Росомахи известны своей свирепостью и способностью терпеть боль. Многие охотники говорят, если этот зверь в ярости, даже медведь при встрече с ним старается обойти его стороной. Лысый барсук тоже далеко не трус, и когда защищается при встрече со львами, леопардами и гиенами, которые пытаются на него постоянно напасть, то становится агрессивным. Иногда эти попытки бывают успешными, но очень часто нет. В арсенале росомахи и медоеда острые зубы и когти. Зубы у росомахи немного больше, но зато у лысого барсука они острее. А вот свирепость, бесстрашие и упорство у обоих на одном уровне. У росомахи толстая кожа и жесткий мех, что позволяет животному эффективно обороняться от волков и других хищников. Но у медоеда кожа еще толще, которая как броня. Иногда ее не могут прокусить большие кошки и ядовитые змеи. Даже опасные иглы африканского дикобраза практически не страшны. Еще один важный козырь медоеда – это его неутомимость. Он может биться часами напролет, как будто в него вставили неразряжаемые супербатарейки. Если представить чисто гипотетически, что два этих хищника встретятся случайно, то кто из них победит? Можно предположить, что преимущество будет у росомахи, так как она тяжелее и мощнее, а также более выносливая, обитающая в северных лесах. Но медоед прославился своим безбашенным характером, которому реально на все пофиг, и он постоянно выносит мозг довольно серьезным хищникам в Африке. В этом спарринге, опять же, чисто гипотетически, все сводится к тому, сможет ли росомаха прокусить толстую кожу медоеда, а у лысого барсука хватит ли терпения и сил долго атаковать своего очень выносливого родственника, чтобы победить. Сложно сказать, так как арсенал у этих хищников практически одинаков. Но лысый барсук, возможно, лучше защищен из-за своей кожи, которая как броня. В реальности они могут случайно встретиться в зоопарке. Но не факт, что лысый барсук с росомахой вообще будут драться. Посмотрят друг на друга, постоят, подумают, или стоит связываться, и разойдутся в разные стороны от греха подальше. Даже если сцепятся и росомаха победит, то медоеду, как всегда, будет пофиг. Отряхнется и побежит дальше по своим делам. А как вы думаете, кто в этом поединке может победить?